Молодая агроусадьба Фиротки все увереннее получает статус хорошего места отдыха. Спрятана она от городского шума и людской суеты в полутора десятках километров от Слонима, за лесной стеной у побережья Шары. Природный ландшафт, радушие хозяев, уют и наслаждение от перепелиных лакомств до водных процедур в любую пору года – это постоянные атрибуты агроусадьбы. Но хозяева стремятся разнообразить отдых, особенно коллективный, эксклюзивом. Вот и недавно решили устроить представление на день рождения 10-летнего мальчика. Сегодня на нашей агроусадьбе Фиротки праздник. У молодого человека первый юбилей десятилетия. Собрались его самые лучшие друзья. И мы надеемся, что праздник получится и всем понравится. Съехались ребята не только со Слонима, но и с Гродно, Минска. Уже войдя в оформленный зал, дети невольно выразили свое восхищение. Естественно, все началось с подарков, хоровода. Но главный сюрприз был впереди. Чтобы был самым послушным ребенком на свете, чтобы давал всем пример, всем, кто уже перерос, кто еще не дорос, чтобы был идеальным примером. Скажите, я вам кое-что покажу. Да! А вы меня не боитесь? Нет! А взрослые меня боятся? Нет! Да не бойтесь. А то я вам пузырь на голову надену. Ой, какая довольная. Ребята, готовы? Нет! А никто здесь бегать не будет, ребята? А то тут попадать можно. Курики скользят. Договорились? Да! Не слышу. Да! Вы, наверное, все в школу с музыкальным наклоном ходите. Не смешно. Готовы, ребята? Да! Тогда смотрите. Ребят ждала мыльная опера, но не та телесериальная, любимая женщинами, а самая, что ни на есть, настоящая. Ее пришли посмотреть даже местные жители. И прямо скажем, призвились они, веселились, аплодировали, как и дети. В комнату ворвался забавный клоун, и началось. То осыпал детвору множеством радужных мыльных пузырей, то прятал каждого, и малыша, и взрослого, в огромные пузыри, то позволял детям самим фокусировать с волшебной мыльной ракеткой. Стоите, как они есть. Ребята, только не бегайте, что-то упадете. Вот этот пузырик я дам вам. Вот, держите, это ваш. А это мне, пошлите. Где он? Уже съели? Да. Ну вот, держите, это ваш пузырик. А это... Я съела. Нет. Какая вы быстрая. Ну вот этот, вот этот. Заодно и ручку помоем, правильно, ребята? Да! Ну, давай поиграем в игру под названием «Угадай». Так, угадывать хочешь, да, карапуз? Да. Сейчас, ребята, я вам кое-что покажу. А вы попробуйте отгадайте и скажите, на что это похоже. Договорились? Да! Не смешно. Ребята, а на что это у нас похоже? Алло. Опа! Большая, большая, красивая, красивая. Вот. Но. А теперь свои глаза открывайте. Опа! А так вот. Я же говорил, что надену пузырь на голову. Не лопайте! Вот такой вам пузырь. Вот такой. Вы дышите, не бойтесь. Супермен спешит на помощь. Супермен спешит в пузырь, карапуз. И еще один тебе вот такой. Подожди. Вот такой. Вот. Один. И. Два. И. Полетели! Вас я полностью помою. Ой, такой. Вы не переживайте, Танюшечка, я с вами буду. Привет!
Ребятня настолько увлеклась представлением, что на время забыла даже о вкуснятине на столах. А когда спросили у детей, понравилось ли им на представлении, прозвучало громоголосое: «Ребята, вам понравилось?» «Да!» «Очень понравилось?» «Да!» Что ж, устами ребенка, как известно, глаголит истина. Хотите убедиться воочию? Звоните в агроусадьбу «Фиротки». Телефон вы видите на своих экранах. И вам обеспечат приятный отдых.